Дорогие друзья, а на сцену приглашается Игонькин Тимофей, город Электроугли. Композиция называется «Солнечная Италия». Итак, аплодисменты, на сцене Игонькин Тимофей. Венеция. Об этом, милая, молчи. Ее я видел за дверями в изящном платье из парчи, с чуть приоткрытыми плечами, не отражаясь в зеркалах и за улыбкой пряча горе, она скользила в облаках, ногой едва касаясь моря. И я, как глупый кавалер, доверил честь ее улыбке. Лишь грустный мальчик-гондольер играл нам на разбитой скрипке. Я эту ночь забыть не смог, молясь ее святым коленям, знать, что Венеция, мой рок, дороже сотен откровений. Что это такое?
Спасибо тебе большое. Мы действительно побывали в солнечной Италии. Спасибо.